программа «День с толком». В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. И вот некоторые темы этого выпуска. Красная линия для цен и развития особых экономических зон. Какие еще указания дал зам генерального прокурора России во время рабочего визита в край? Полутуннели, два моста. В Барнауле презентовали проект по строительству новой дорожной развязки. Проверят на нуждаемость об условиях получения новых выплат для семей с детьми от 8 до 16 лет. Заместитель генерального прокурора России установил на Алтае красную линию для роста цен. Сегодня он прибыл в наш регион с рабочим визитом. Межведомственное совещание Дмитрий Демешин провел в Бийске. Туда он приехал вместе с другими представителями Генпрокуратуры России, прокурорами и уполномоченными по защите прав предпринимателей сибирских регионов, а также губернатором края Виктором Томенко. Демешин подчеркнул, в условиях санкций необходимо не допустить снижения темпов развития отечественной экономики, в том числе территорий особых экономических зон, таких как Бирюзовая Катунь. Права резидентов, то есть инвесторов, должны строго соблюдаться, меры поддержки оказываться. Демешин указал также, рост цен в Сибири не должен быть эмоциональным и стремительным. Он поручил местным прокурорам контролировать стоимость продукции. Известно, что в ходе поездки прокурор провел проверку в одной из крупных торговых сетей Наукограда, где ощутимо выросли цены на сахар. Он подчеркнул также, что наш регион имеет особое значение для страны в вопросе обеспечения продовольственной безопасности. Мы с вами видим, насколько эффективно сельское хозяйство. И сейчас те же самые излишки зерна, которые имеются в Алтайском крае, они будут поставляться в том числе в другие регионы. Это же хорошо. Добавим, алтайский прокурор доложили о проверке в Бирюзовой Катуни. Сейчас они готовы возбудить два уголовных дела. Оба связаны с работой в туристической зоне. Одно дело в отношении должностных лиц управляющей компании, второе в отношении подрядчика. К другим темам. Всего лишь за месяц в Алтайском крае зарегистрировались почти 50 IT-компаний. На сегодня в налоговом реестре региона значится 117. В прошлом месяце айтишников освободили от уплаты налогов на прибыль до 31 декабря 2024 года. Вот только воспользоваться такой мерой поддержки смогут не все IT-компании, а только те, что работают по общей системе налогообложения. Но на данный момент из 117 алтайских IT-компаний большинство предпочитает упрощенку. Следует отметить, что 80% этих плательщиков применяют упрощенную систему налогообложения, и только 22 налогоплательщика на общем режиме. Общий режим предполагает применение льготной ставки по налогу на прибыль в размере 0%. В этом году мы полагаем, что льгота охватит больший круг налогоплательщиков, потому что они целенаправленно идут на общий режим налогообложения и вправе воспользоваться данной льготой. Напомним, в начале марта Владимир Путин утвердил меры поддержки IT-отрасли. Кроме нулевой ставки на прибыль, айтишникам предлагается отсрочка от армии. Также упрощен прием на работу айтишников-иностранцев. Все эти меры должны остановить утечку мозгов из страны и дать толчок к развитию IT-сферы в России. Уже в июне в Барнауле начнут строительство новой дорожной развязки с двумя мостами на Змеиногорском тракте в сторону Южного. На эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Проект готов. Сегодня его показали журналистам. Будут ли работы мешать проезду транспорта, когда их планируют завершить и как будет по итогу организовано движение? Расскажем далее. О том, что здесь появится современная развязка, заговорили десяток лет назад. В свое время даже убрали известное кафе «Арарат». И вот случилось. Средства есть, проект готов. Из трех вариантов выбрали наиболее экономичный, согласно которому не придется сносить значительную часть лесного массива и дачные участки, а лишь минимум деревьев. По проекту в сторону Рубцовска с объездной появится путепровод на выезд и въезд. В сторону Южного тракта машины и пассажирский транспорт будут двигаться по кольцу. Для выезда из города по Змеиногорскому построят полутоннели, два небольших моста. В этом году, по словам дорожников, займутся коммуникациями и строительством опор. На следующий год скорость будет ограничена до 40 километров. Но, тем не менее, при строительстве задача такова, чтобы люди ехали, и мы им не мешали своим строительством. Конечно, будут какие-то неудобства, но это, мы считаем, будет решено в рабочем порядке.
Работать в основном планируют по ночам. Кстати, стройка на Змеиногорском и мосту на Новом рынке будет идти практически синхронно. Но так случилось, по словам министра транспорта, что федеральные средства выделили в одно время. Разговаривали мы с политехом, было совещание определенное по поводу того, как повлияет данный проект на ремонт путепровода, проектировщики и наш технический университет как бы заверили, что крайне малая доля транспортного потока уйдет с путепровода именно на эту развязку. После строительства новой развязки в пик сезона, это чаще летом, за сутки здесь могут проезжать до 69 тысяч авто. Сейчас пиковая нагрузка 38 тысяч. В ноябре 23-го развязка должна быть сдана в эксплуатацию. Правда, если не вмешается никакой форс-мажор. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Между тем, барнаульцы массово жалуются на состояние дорог после ремонта подземных коммуникаций. Заместители глав районов, подрядчики, представители ОНФ и городского комитета по благоустройству обследовали проблемные участки. Выездное совещание прошло перед стартом работ по восстановлению благоустройства там, где это не успели сделать в конце года. Подробнее в сюжете. Лужи, ямы и растаявший вместе со снегом асфальт. Именно на это в городскую администрацию неоднократно жаловались жители Барнаула. Значительная часть проблемных точек, так называемых перекопов, находится там, где в конце прошлого года работали ресурсно-снабжающие организации. Для того, чтобы составить список недочетов, на дорогах прошло выездное совещание. На данных участках ресурсоснабжающими организациями проводились работы по сетям. Потом вследствие проводились работы по восстановлению благоустройства. И после этого у нас уже подрядные организации несут гарантийные обязательства на тот срок по гарантии, который устанавливался в ордере. Однако восстановить благоустройство в конце сезона удалось не везде. Одна из наиболее проблемных точек в районе остановки Павловский тракт на улице Попова. Своевременному ремонту, говорит Гармат, помешали осенние осадки, низкие температуры и сезонность работы асфальтобетонных заводов. Похожая ситуация наблюдается на пересечении переулка Ядринцева и улицы Попанинцев. В настоящее время частично асфальт уложен одним слоем по согласованию с Комитетом по дорожному хозяйству. Ордер у нас открыт до 31 мая 2022 года. Но уже мы с подрядчиком обсудили, с БТСК в том числе. Здесь, конечно же, будет намного раньше восстановлено благоустройство. Вместе с представителями власти на выездном совещании присутствовали и инженеры ресурсно-снабжающих организаций. Они также посетили улицу Максима Горького возле дома номер 27. Зимой Барнаульский водоканал проводил здесь аварийные работы, вскрывал водопровод. Из-за невозможности положить асфальт, яму пришлось засыпать щебнем. Засыпана сейчас по технологии обратная засыпка. Ну, будет подготовлен он. Сейчас где-то в течение полутора месяцев под асфальтирование и в порядке, как открыт ордер, 31 мая мы обязуемся это сделать. Так же, как все остальные, у нас 150 адресов по городу. Работы начнутся уже на следующей неделе, одновременно со стартом производства на асфальтобетонных заводах. Всего подрядчикам предстоит восстановить несколько сотен объектов. Ирина Корчагина, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одна новость о дорогах, на этот раз из Рубцовска. Там активисты, можно сказать, вынудили власти города обратить внимание на ямы. После того, как горожане своими силами заделали глубокие провалы кирпичами и об этой инициативе рассказали СМИ, проблемные участки стали экстренно засыпать дорожники. Но почему жители считают их работу бессмысленной, расскажет корреспондент нашей съемочной группы, которая после дорожного аттракциона по Рубцовску вернулась с разбитой подвеской. Это видео облетело все краевые СМИ. Рядовые горожане в Рубцовске при помощи подручных средств приступили к ремонту дорог. Рубцовчане, уставшие чинить свое авто, нашли время, запаслись старыми кирпичами и заделали на центральной площади города 20 ям. Спустя всего день городские власти решили подхватить инициативу добровольцев. Распорядились засыпать дыры щебнем. А как вы думаете, надолго? Никаких комментариев. Вот ваше мнение. Не даем. Надежно? Ну что сказать, спасибо и на этом хотя бы, понимаете. Ну, хоть так хотя бы можно ездить, чем вообще никак. Потому что такие дороги, как у нас, ну это, по-моему, лучше по проселочной дороге кататься, чем вот по таким. Ну хотя бы щебенка. Ну щебенка тоже такое покрытие небезопасно, потому что это отлетает, это в кузов все это летит. Я не местный, но дороги ужасные. Здесь они никогда хорошими не были. Дорог нету.
щебенкой засыпают глубокие ямы. Это вообще нормально? Нет, это ненормально. Что кирпичом, что щебенкой. Через день вся эта щебенка вылетит. Рубцовские дороги – это едва ли не самая главная боль города и даже края. Как нам рассказала депутат КЗС Вероника Лапина, в этом году на их ремонт направят 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Доля городского – чуть более 5 миллионов. Дополнительные средства выделят на ямочный ремонт. На эти средства планируется отремонтировать улицу Транспортную, участок дороги на проспекте Ленина. От Садового до Калинина будут продолжены работы по ремонту улицы Краснознаменской. И будет продолжен второй этап работ по улице Тракторная. В том числе будет доделано кольцо рядом с торговым центром «Радуга». В последние годы деньги на ремонт рубцовских улиц выделяют регулярно, но улучшение особо незаметно. В этом году, несмотря на выделенное финансирование, дорожный сезон может ожидать неприятный сюрприз. Причина – продолжающееся повышение стоимости материалов при утвержденных сметах и объемах. Не исключено, что помощь дорожных добровольцев, которым стоит запастись кирпичами, еще пригодится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Новые путинские выплаты получат не все семьи с детьми от 8 до 16 лет, а лишь малообеспеченные, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. О новых выплатах президент страны заявил 8 марта. Как сообщили нам в Краевом управлении Пенсионного фонда, пособия назначат сразу на год, но поступать деньги будут раз в месяц. Первые перечисления в мае, причем сразу за 2 месяца, включая апрель. Подчеркнем при этом, что заявление на выплаты можно будет подавать лишь с мая, либо на госуслугах, либо лично. Размер пособия может различаться в зависимости от доходов. Это либо 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, либо 75% или даже 100% в пособии могут и отказать. В случае отказа в обязательном порядке уведомление с разъяснением причины будет направлено заявителю. А какие могут быть причины отказа? Ну, причины могут быть отказа, если какие-то из условий выплаты не соблюдены. То есть либо возраст ребенка может не попадать, да, ну как вариант, либо если семья все-таки у них доход превышает необходимый, то есть минимальный. Каждую семью комплексно проверят на нуждаемость в пособии. Сейчас такую процедуру проходят семьи с детьми от 3 до 7 лет. По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, на выплаты в крае могут рассчитывать 125 тысяч детей. Сегодня во всем мире отмечается праздник, который в идеале нужно отмечать каждый день – День здоровья. Согласитесь, на него часто не хватает времени. В следующем сюжете наш корреспондент расскажет, где быстро и бесплатно можно пройти обследование. Передаю слово Ирине Корчагиной. Потратить всего час, чтобы продлить жизнь на долгие годы. Таким экспресс-методом можно выявить у себя заболевание на ранней стадии и вовремя принять меры. Каждые полгода любой желающий может пройти бесплатное обследование в Краевом центре медицинской профилактики. Особенно это важно сейчас, потому что последние 2 ковидных года так или иначе мешали навестить врачей в плановом порядке. Это касается и вакцинации. К сожалению, вот этот вот первый год ковидной эпидемии, вот 2020, когда было приостановлено плановое вакцинирование, показал, что у нас есть не только коронавирусная инфекция, но и другие инфекции, потому что плановая вакцинация была запрещена. Но пандемия – это не только господство коронавируса, но и неврозов. Количество пациентов у психотерапевтов заметно выросло. Основные обращения – это, конечно же, тревожные расстройства, это депрессивные расстройства и это когнитивные нарушения. Причем чаще, конечно, знаете, мы фиксируем, что тревожно-депрессивные расстройства, они более свойственны, и, вернее, чаще обращаются с ними люди, ну, более молодого возраста, да, среднего возраста. Когнитивные нарушения фиксируем у более пожилых лиц. Что касается обследования в Центре медицинской профилактики, его можно пройти без очереди, если записаться заранее в регистратуре. В прошлом году свое здоровье здесь проверили более 42 тысяч человек. В центре можно измерить уровень сахара, холестерина, пройти спирографию, флюорографию, ЭКГ, проверить состояние сосудов нижних конечностей, остроту зрения и не только. Кто однажды пришел в наш центр,
тот обязательно придет еще раз. Потому что, во-первых, это доброжелательная обстановка, это очень качественное обслуживание пациента. И пациент действительно заинтересован после консультации с доктором, как же у него прогресс идет, в какую сторону. Но в моем случае это скорее регресс, потому что показатели 2020 года мне нравились больше. А это серьезный повод что-то изменить в своем образе жизни. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. 20 тонн гуманитарного груза отправили из Алтайского края в Донецкую и Луганскую народную республику и в Украину. Состоит он из продуктов питания, которые произведены на Алтае. Собирали помощь неравнодушных жителей края, фермеры, крупные бизнесмены и предприятия региона. Груз сегодня ночью отправили бортом Минобороны. По словам властей, в регионе продолжат сбор помощи нуждающимся. Это только первая партия. Мы понимаем, что обязательства, которые берет на себя сегодня Отечество и наш край, выполняются. И мы очень рады, что скоро этот груз будет доставлен по назначению для тех людей, которые его сегодня очень ждут. Пришла весна, значит, время собирать камни, воду, считать трещины и провалы. Нагорный парк в Барнауле вновь попал в список подобных происшествий. На этой неделе талые воды повредили террасу на Барнаульской набережной. Впрочем, это далеко не первый инцидент в истории обновленного Нагорного парка. Такой любимый, знаковый и многострадальный. Нагорный парк вновь в ленте происшествий. Это весной на верхней террасе провалился асфальт. Интернет увидел уже ремонт. В результате восстановительных работ устранен выход воды из водоприемного лотка и колодца. Произведена засыпка места провала инертными материалами. Стихия воды ежегодно наносит ущерб Нагорному. В 2017-м, через год после террасирования, не выдержал первый склон. Работы выполнены качественно, лотки исправляются. Ну, значит, пока еще грунт не задерновался, то есть происходит размыв во время вот обильных дождей. Склоны насыпные, сетки на них не было, вода подмывала песок, ведь стекать ей тоже было некуда. Стоимость благоустройства Нагорного в 2018 году составила 40 миллионов рублей. Вот нужно было действительно везде проставить, потому что все равно какие-то, да, действительно сеточки нужны. Но я думаю, что, наверное, просто времени у строителей не было. Я еще иду, думаю, что там, почему ливневки вот здесь вообще не видно. Эксперты тогда говорили о недостатках системы водоотведения и о том, что земле нужно утрамбоваться и задерноваться, чтобы трава держала верхний грунт. Вода и земля – разрушающие силы, а то, что не могло упасть, трещало. В октябре 2017 года на нижней террасе Нагорного парка появилась большая трещина длиной больше 20 метров. Очевидцы тогда писали, что заметили ее еще за несколько месяцев до этого. Впрочем, она до сих пор здесь. И спустя 5 лет здесь вновь произошел инцидент несколькими уровнями выше. Проседает грунт, я так понимаю, трещины появляются. Я, честно скажу, я новенький. Давно здесь работаете? Я новенький. В годы моей молодости здесь было прекрасно. В годы ее молодости было запущение. А сейчас в годы моей зрелости красота. Наверняка замечали трещины, провалы вот в асфальте. Не обратили внимания. И хотя большинство людей сегодня в целом довольны новым общественным пространством, факты провала, природного или строительного, налицо. В мэрии нам устно пояснили, что с наступлением тепла вновь озадачится укреплением покрытия, причем оно будет усовершенствованного типа. Во сколько это обойдется городскому бюджету, пока неизвестно. И гарантии на то, что провалов не будет, никто не дает. Впрочем, более подробный комментарий по улучшению качества Нагорного чиновники обещают еще дать. Ждем ответа. Анастасия Драган, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком. Сегодня, 7 апреля, отмечается 8-я годовщина основания Донецкой Народной Республики. В память о значимой дате, в поддержку наших солдат, участвующих в спецоперации на Украине, барнаульские школьники возложили цветы у Вечного огня. Подробнее далее. Учащиеся разного возраста с гвоздиками в руках. Они возлагают их к Вечному огню на площади ветеранов. Это знак поддержки российских военнослужащих, которые сейчас на Украине. Патриотическая акция приурочена к особой дате. Ровно 8 лет назад Донецкая Народная Республика объявила о своем суверенитете. Чуть позже, 27 апреля, о независимости заявила и Луганская Республика. Сегодня такая вот дата, когда необходимо, наверное, собраться вместе и вспомнить о том, что есть места, где еще совершенно неспокойно, и хотелось бы, чтобы на всей земле был мир. И ради этого, ради вот этого чувства патриотизма, плеча друг друга, мы собрались сегодня, возложили цветы к мемориалу и
всех нас сегодня объединяла одна идея, чтобы во всем мире был мир. И ради этого мы, наверное, живем и воспитываем наших детей. А подрастающее поколение на площади юные кадеты и участники военно-патриотических клубов к происходящему на Украине и в мире, как выяснилось, неравнодушны. Это все же какая-никакая массовость, это личная гражданская позиция активная и патриотическое воспитание. Напомним, в первые дни весны общественники обратились к главе города с инициативой о поддержке российских солдат, что мужественно и героически выполняют свой служебный долг. Они предложили зажечь огонь в самом сердце Барнаула на площади ветеранов. И вот уже месяц, 6 марта, горящее пламя освещает место памяти и силы. Заботу о постоянном огне взял на себя известный барнаулец, руководитель компании «Селф» Надар Шония. Афганский дом, это площадка, это в память тех людей, которые погибли, сложили головы на территории Афганистана. Поэтому это знаменательно, так я считаю, что это сегодня именно здесь это происходит. Подобные патриотические акции, считают работники образования, сейчас необходимы. Они помогают людям укрепить свою веру в справедливость и дают надежду на объединение близких народов. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Я напомню, телефон нашей редакции 205-545. Мы по-прежнему есть во всех доступных социальных сетях и на YouTube, а также на нашем сайте. Пишите, звоните и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд по традиции о погоде и спонсор прогноза компании «Валар». До встречи!